просто может хвостом БКБ выйти и вообще не париться и идти вперед. Непонятно, кто его останавливает. Подъем на треугольник. Синкью оказывается здесь. Крипчик уже всех сформили. Да, Ниша отступил. Заяц, если что, будет первым разведывать ситуацию. Разведал. Карапасы нажал. Его топ-ни здесь, наверное, продать будут. Его заберут, кстати. Да, Синистер Гейс забрали. Ниша. Мне кажется, секрет не стоит тут драку без Никса принимать. Слушай, ну Кристаллис убегает. Они могут дождаться окончания экзорцизма и после этого пойти. Вообще на того не стоит. Рошан не под ударом, экзорцизм, время тикает. Ой-ой, Ксинкью поймали, неужто получится ответный фраг? Делать получится, чайник полетел. Развели его, зарикошетил он хайграундом, крипов бьется назад, ультимейт детства пошел, должны добивать здесь Марси, Марси добили, бейт пятый ножой, Кристаллис погибает, Купей нужно сюда вступать, ставит статик, но его преследует здесь Ами, отправляет его в таверну. Такие заходят во вражеский малый лес. Снимается экзорцизм, это Рошан. Это Рошана просто? Это Рошан, да, Фейт Бьян с блокинг баром. Секрет готовы. Секрет во все оружие. Вообще у них все есть, скаут. Да. Все ультимейты откатили, Заяц пойдет сейчас чекать через карапас, и можно это сделать. Пошел подков, выживает все это танка, брейкер поднимается быстро, включает Дини и Фейт Бьян. А, Рошан, пойди, Фейт Бьян в БКБ выбирает отсюда, Вай. Гонит его подальше. Никуда не уйдем. Вайн горят 100%. Да, и у Рошана только пол столба Фейт Бьяна. Резоль не получилось достать. Выкидывает Дини после файбэка его. Резолюшен погиб. И вот Бей далеко, но он бежит в своей команде. А ну отдайте. Да, Ниша говорит, не ванпуст, так слишком просто не отдадим. Важно для Рошана это все дело. Поэтому... Резоль с дабл дэмэджем. Резоль просто может размазать какого-то вражеского кора ДДшкой на Марсе. Здесь подход. Этот кор будет этот здесь, кор, он понимает, у него есть байбэк. Карапас попался, Фейт Бьян убегает подальше отсюда, забрался в арену Monkey King, все выбираются оттуда, поэтому стреляли только Никса, Фейт Бьян заканчивается здесь, Блокинг Бар, он уже гримся, его заканчивается мгновенно. Три полкила от Резолюшн, это еще не конец преследования, под Т4, Вайс спрятался в Глиммер, и Жак выжигает его просто под Т4, Глиммер закончился, Monkey King здесь огрызается. Тот сценарий, который Пупей умеет отыгрывать лучше всего. Когда ты далеко впереди, когда соперник зажат на базе, все команды Пупея на протяжении многих последних лет, они никогда не спешили в такой ситуации. Слушай, и он просто прилетел сюда! Он просто прилетел, да. Он просто в госте, просто погиб. Но... Пупей отыграл ситуацию. Фейт Бьян с танчиком, попали по нему, подкоп Никса, Манобер. Да, ну, что добьет на БКБ, да, его добьет. И Ниша просто бегает в арене, то, о чем я говорил. Арена ему наплевать. Она закончилась, и приходится делать этот ТП. Закончили также Никса, через ультимейт Зевса. Но уйдет и он отсюда, потому что Блэкинг Бар подошел к концу. Тут же ЕУ, танчик по таймингу, Резоль уже на месте. Можно кувыркать, и Кристалли сейчас просто поможет добить здесь Зевсика. Минус два кора. LGD. Да, мы видели от этого коллектива много чудес на протяжении сезона. На протяжении сезона это, пожалуй, была самая яркая команда. Но вот здесь, в плей-офф верхней сетки International, главного турнира в году. Аегис в наличии, Ниша нажимает Блэкинг Бар, забрали там Синкью, а Зевс-то в таверне еще сидит 5 секунд, даже урона добавить не может. Ниша убегает отсюда хайграунда. Есть форстап, и пошел Резоль в блокинбаре драться просто против Ами. Надо отступить. Ами выигрывает. Арина выигрывает. Резоль погиб. Ультимейт Девса еще один. Слушай, надо отступать отсюда, потому что может они потеряют. Может быть, вот это самое чудо. Вот это самый камбэк минус 3 уже. На центре команда готова, если что, его спасать. У Ниши бай есть. Ниша, смотри, как агрессивно играет. Мне кажется, он понимает, где находятся оппоненты. Да, он заходит сюда первым. Встреча, Блэкинг Бар, Фейт Бьян начинает выбираться отсюда. Стан уходит в никуда. Нишу надо спасать, потому что БКБ подходит к концу. Его присыпали, урона-то может хватить. Поднимает сам Йоу, погибает этот трактор до ультимейта. Будет и Ниша тоже Ниша отправится в таверну. Видимо, еще кого-то поймать перед тем, как пойти в рушпит. Мы видим, что Заяц по очень глубокой траектории здесь забегает, видит нас Инктусея. Фейт Бьян, Инсануя, БКБ будет нажимать. БКБ, да. БКБ вынужден на ТП-шка принимал там уже станом. 9 секунд появления Рошана, запрыгивает за Резоль, быстро взрывают, байбека нет. И драка продолжается, Уайн тоже отправляется в таверну. Да, и этот майндгейм. Идем на хайграунд. Смока. Да, смотри, Никс. Копал. Закопался. Выкопал. Не должен ясно был. Под вортом можно на МПЛ поймать, если кто-то сыграет. Подкоп есть, что кувыркнул. Брейт через статик, через огоним. Просто взрывает его вместе с Тарасом. Спускает с полграунда. В этот раз никакой продолжительной атаки к Синке.
Хьюку пытаются еще забрать. Его глимсанули на хайграунд, он погибает. Погибает на лоу-граунде, nothing to save, Яулис там уходит никуда. Есть еще один. Байбек есть везде, нужно покупаться, он нужно вжимать, да, нужно вжимать. Байбек хорошо вжимается, Тани, и нужно как-то кристаллиться забирать сыр. Пока что используют на ДБ. Спасти нечего, Талис погибает. Лишрака. Лишрак. А второй раз Лишрака получится. Подожди, второй забрать. Раз будет сложно. Талисы здесь зацепили. Байбек от Зевса, вот что, наверное, самое плачевное для LGD. Ключевой позиции. Не выкупить здесь нас интусай, тут помогло все. Наверное, да. Трейдер врывается, пытается опять поджать Фейгена. Фейгена погибает, Синкью стоит на хайграунде. Его тоже оттуда не отпустят и погибает здесь Вайт. Поляна Манкикинга прекрасная. Готовы заканчивать секрет эту игру. Выкупается Валора, выкупается Пупей. Ами здесь видят, не хотят их выпускать. Отпили. Отсюда никуда. Еще один станчик. Даблкил от Резолюшена. Байбэк пошел от Ами. Ноль повыркнули. Nothing to save, БКБ. Будет ли баш от БКБ? Я думаю, что на развороте он сейчас будет раздавать урон, но закончится блокинг бар, и его заберут, есть танчик, отправляется вверх. Забирают это в этой линии. И Лишрак просто сейчас будет уничтожать их настроение вместе с Даунбрейкер, с Дезолятором Керасой. Падает одна сторона, падает также сторона на центре, и такое впечатление, что просто в трон нашли, идут. Сейчас открывать будут Ами. Есть Йоу. Блокинбара нет. Блокинбара нет. Ами. Ами поймали. Ами убили. Он без байбека. Good game. Пишут LGD. 2-0. Secret закрывают эту серию. Это отличная игра. Слушай, они себя показали прям...